Сегодня я подготовила для вас несколько полезных лайфхаков для школы. По крайней мере, я буду надеяться, что мои лайфхаки останутся для тебя полезными. Но перед просмотром этого видео не забудь поставить лайк и подписаться на мой канал. Но также сегодня я подготовила для вас просто безумно вкусный рецепт. Для того, чтобы вы могли сделать просто потрясающий, обалденный и очень-очень вкусный коктейль в бутылочку My Bottle. И рецепт приготовления просто обалденного печенья, чтобы вы могли сделать его и взять с собой в школу. Ну и мы можем начинать. Иногда мне становится очень скучно на уроках, или надо зайти в интернет и посмотреть ответы на какую-то самостоятельную работу, но сидеть с телефоном или как-то прятать его не вариант. Проще всего это взять толстую тетрадь, где-то в середине отметить размеры вашего телефона и половину разрезать канцелярским ножом. Получается хорошая тетрадь, и в телефоне можно посидеть и на контрольные пройти. Тем более у меня есть стилус для телефона, если я буду сидеть с ним на уроке, то учителя будет создаваться впечатление, что я пишу в тетради. Other girls, I'm delicious. Но сейчас я подготовила для вас очень классный рецепт. Для того, чтобы вы сделали безумно вкусный коктейль в бутылочку My Bottle, вам понадобится 200 грамм молока, размельченное печенье, один разрезанный банан и ложка корицы. Очень тщательно перемешайте это все. Если вы не выспались и выдался просто ужасный день, и впоследствии у вас мешки под глазами, избавиться от них можно довольно быстро. Возьмите обычный кубик льда, немного помассируйте им круги. Совпадение? Не думаю. Но этот лайфхак связан с чтением различных книг. Чтобы это было делать намного интереснее, то положите на каждый абзац одну мармеладку Мишку или же обычную конфетку. Когда прочитаете один абзац, то забирайте мармеладку. Она будет вашим вознаграждением. Ну, надеюсь, у вас сила воли есть. Ну а сейчас мы вместе с вами приготовим безумно вкусное печенье по моему рецепту. Для того, чтобы в ближайшее время эти печенья вы смогли взять с собой в школу. Чтобы приготовить такие вкусные печенья, вам понадобится 100 грамм сметаны, полстакана сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, 5 чайных ложек кунжута, 70 грамм сливочного масла, 1 яйцо, 1 грамм соли. Просейте муку и добавьте к муке сахар, соль и разрыхлитель. Очень быстро смешайте муку с маслом до состояния крошки. Влейте сметану и быстро замесите тесто. Раскатайте тесто на доске. Сверху присыпьте кунжутом и похлопывающими движениями закрепите кунжут на тесте. Стаканом вырежьте из теста кружки. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье в духовке в течение 15 минут. Также эти вкусные печенья вы сможете взять с собой в школу и немного украсить им эмдемсом. Итак, ребята, мое видео подошло к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, я вас безумно сильно всех люблю. Всем удачи и добра, пока!